Временно исполняющий обязанности премьера Аурелий Чукой созвал консультативный совет в области общественного здравоохранения при премьер-министре. Заседание было созвано после того, как специалисты выразили тревогу в связи с возможным распространением дельта, дельта-плюс и лямбда-штаммов коронавируса. Во время встречи обсуждалась важность интенсификации процесса иммунизации населения, что является единственным решением для преодоления пандемического кризиса. Также на заседании обсуждалась возможность прибегнуть к обязательной вакцинации отдельных профессиональных категорий граждан, деятельность которых предполагает прямой контакт с людьми. Но окончательного решения по этому поводу пока не принято. Согласно пресс-релизу правительства, в ближайшее время будут приняты новые меры по управлению эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением новых штаммов SARS-CoV-2. Что же касается охвата вакцины, то только 9,14% населения были вакцинированы обеими дозами. 14,31% получили первую дозу. Среди медработников показатель иммунизации обеими дозами составляет 80%. Из общего объема в 1 248 090 доз вакцины, полученных нашей страной с начала кампании вакцинации, до настоящего времени было использовано 803 049 доз. Самый низкий уровень вакцинации среди населения по-прежнему отмечается в Приднестровье и в Гагаузии.